Добрый вечер. Говори, Лев мой. Только что я сказал господину Фурману, что получил от тебя предложение. Ты используешь план «Б», то есть тебя прижали. Господин Фурман играет со мной. Он взял на работу того, кого я не хотел там видеть. Кто, кого ты не хотел видеть? Человек по имени Мехмед. Знаю, что между нами была стычка, он ставит его передо мной. Под предлогом того, что будет помогать Али, он будет использовать его. Ничего не будет. И с ним справимся, ты не беспокойся. Ну, теперь уже пистолеты направлены. И рассказал уже, что получил от тебя предложение. Он захочет использовать меня против тебя, как моль. Вот тогда козыри будут в моих руках. Вот так. Если ферман падишах, то горы наши. Спасибо, Мехмед, и поздравляю. Смотри, я сказал тебе, как раньше, Мехмед. Значит, обида прошла, и ты завоевал мое сердце. Пусть парень не расстраивается. Он парень с горячей кровью. Сделаем, справиться. Дорога длинная, если хочешь, пусть ребята отвезут тебя. Нет, пока в пути, я загляну к другу. И прогуляюсь немного. Хорошо, тогда увидимся на ферме. До встречи. Мехмед! Ты сюда из-за меня пришел? В тот день я искала кого-нибудь, чтобы поделиться, пообщаться. Если то, что сказала, обнадежило тебя, лучше зря не строй надежды, потому что эти надежды канут в воду. У нас не осталось надежд, чтобы кануть в воду сюда. Не утомляй себя впустую. Мы с Булутом очень хорошо ладим, любим друг друга. Забудь, что сказала, все хорошо. Я рад. Ну, раз не ради меня пришел сюда, тогда я могу узнать, зачем пришел. Послушай, Суде. Сегодня твой папа меня силой сюда привел. Если бы знал, что в свое время ушел из-за его дочери, то не привел бы. Я согласился на эту работу ради Али. Не строй надежд пустую. Просто не смог обидеть парня. Понятно? Спокойной ночи.